Белладонна – красавка обыкновенная. Многолетнее травянистое растение с многоглавым корневищем, от которого отходят многочисленные ветвистые корни. Стебли толстые, сочные, густо опушенные, прямостоящие, белообразовистые. Диагностический признак высотой до 2 метров. Нижние листья очередные, коротко корешковые, верхние попарно сближенные. Семена мелкие, плоские, ячеистые. Цветет в июне-августе, плодоносит с июля. У красавки, соблюдая меры предосторожности, заготавливают 3 вида сырья. Листья собирают в начале цветения несколько раз за лето, обрывая вручную. Позднее, в начале образования семян, скашивают всю надземную часть растения на высоте 10 см от земли. После заключенной уборки травы производят механизированную уборку подземных частей, образуют мелкие части, отряхивают от земли, моют, крупные корни разрезают вдоль. Препараты белладонны применяют при язвенной болезни желудка и 12-стёпной кишки, пилораспазмах, хронических гиперацидных гастритах и хронических колитах с болевым синдромом, при спастических запорах, холециститах, колангитах, дискинезия желчных путей, сопутствующих желчекаменной болезни, почечных коликах. Препараты красавки используют в кардиологии при брадикардии, экстрастении на фоне брадикардии, слабости синусового узла, синусовой аритмии.